Здравствуйте. Вот в таком темном пабе. Паб. Но английский паб. Английский паб. Редко они есть здесь. У них английский флаг и меню. Меню и закуски. 12, 8, 9 долларов, 8, 24. Блюдо 16, 24, 15. Так, а Ханька смотрит дринк для меня, выпивку для меня. Так, а это у них такое Windows здесь. Ветер, видите, какой ветер сегодня страшный. Сегодня 30 апреля, воскресенье. Ветер страшный. Мы там прошлись, поэтому никогда не были в этом пабе. Вообще здесь пабов мало, это чисто английское, но это один хрен. Те же бюргеры. What drink you found for me, honey? Maybe just a margarita. Yeah. Вот. Ну, вот так вот. Сейчас мы что-то закажем, здесь съедим. Но это такое бюргеровое место. По-моему, здесь не готовят там блюда из этих. Сложное блюдо, по-моему, нет здесь. Бюргеры, да фрай, картошка, да такое все. Хотя по цене 24 чикен. Посмотрим еще. Так, вот такое мне принесли. Название Хемингуэй. Этот дринк. Ну, что-то там впереди написано. Короче, хемингуэевский дринк. Ну, Хемингуэй жил в Америке. Я была... Ой, мама. Я была в его музее в Ки-Весте, самая южная точка Америки, Ки-Вест во Флориде. И там его музей, его дом-усадьба. Он там жил, творил и там покончил с собой. House roast, вот. House roast beef, or what? House roast, I'm not sure what kind of meat it is. Oh, pie? Like a pie? Is this roast. Roast meat. Видите, как у нас одеваются в ресторан вечером? Tasty? No. Sounds better. Официант присел, видите, в белой кепке. Он, это наш официант, он бегает между столами, прям бегает, бегом. И садится, присаживается на корточке. Около людей и спрашивает, да, их вот он присел, встал. Ага, вот это ж официант. Я когда первый раз приехала, вот только приехала, заехала, вот с аэропорта, встретил хазбана где-то в Хьюстоне, не помню, где мы, в Хьюстоне, да. Заехали, значит, в ресторан. Ресторан вот этот, чисто американский. Ну, где стейк, вот это вот такое. Я смотрю, официант вот так вот присаживается и пишет еще. Ну, пишет себе в блокнот заказ, да? Присел, потом пошел. Потом к другим присел. Думаю, это что такое? Думаю, на курточках это самое. Черт-те что. Оно шумно было, помню, что он прислушивается и ниже сел, ну, к людям, потому что он стоит выше, значит, ему не слышно. Ну, я так тогда поняла, было шумно. Но здесь не очень шумно. Но, тем не менее, он каждому присаживается. Он такой чудной немножко. Он этот официантик. Вот. Ну, значит, так, мы заказали, ждем. Так. Смотрите, какая красота. Так, это этот cabbage rolls. Это вот эти закрученные в тесто капустные роллы. И салат beef. И с этим. Но это мы едим первый раз в жизни такой. Это, наверное, английская еда, я так понимаю. Здесь же меню под английским флагом. Вот там. То есть пай у них, пай это, ну, пирог, да, такой пай, вот. Сейчас попробуем. Что это такое, хани? Ну что, очень вкусно, слушайте, но очень много соуса. Притом разного, тут белый уже хазбан мне покапал. А что внутри? Is it cabbage roll or what is it? Вот там мясо внутри и сыр. Расплавленные. Очень горячие они, во-первых. Горячие нельзя держать. И капуста. Кабель there, а? Сыр. Какая-то или колбаса, или мясо немножко.
Ветчина, наверное. Но столько соуса на вот это. Конечно, это чересчур. Thank you. Слушайте, съели. Ну а что там есть? И выпила я Хемингуэя. Значит, Хемингуэй, лимонный сок там написан был, но столько там лимонного сока. Хемингуэй. Ну, я pronounce на вашем языке. А? Хемингуэй. Хемингуэй. Ну, Хемингуэй. Pronounce на вашем языке. It's a writer, right? Writer? Yeah. У них pronounce Хемингуэя совсем другой. А ну, Ханя, say Хемингуэй. Say. Say. Хемингуэй. Хемингуэй. Короче, у них там в конце way, у него way — это путь. Хемингуэй. Close to that, right? Хемингуэй. Да? Что-то в этом роде, ладно. Надо, если я буду видеть буквы, я его прочитаю. Подожди, надо видеть буквы. How do you say good luck? Так это not his last name. Is it the last name his? Хемингуэй, yeah. Хемингуэй. Да, correct. Хемингуэй. Ну, Хемингуэй. Да, это он. Очень интересный музей. Значит, у него покончили с собой. Папаша, по-моему, брат. Короче, все эти салани. Но они такие были, знаете, немножко не от мира всего им там. То не нравилось, то от того устал, от жизни устал. Много. Вы заказали, я тут выпила, значит, выпила и не заметила. Ну его нафиг, там сколько, что там пить. А потом немножко по шарам меня дало. Ну, в общем, это, слышите, заказали второй, другой совсем, с названием Islay Smoke. Smoke — это копченый, значит, а, ну, нет, смок — это дым. Islay. А Ханман прочитал вначале Islay, там S не произносится. Ну, как в английском языке, придурас, там пишут, не произносят, букву S внутри. А я говорю, а что ты произносишь впереди «и», не «ай»? Он говорит, потому что это... Он говорит, это не английское слово. Я говорю, а что ты так произносишь? Короче, нашли в Google, я была права. Поняли, девочки? Кто-то сказал, английский у вас у всех. Кто уехал туда, плохой. Ага, а у них хороший, они могут перевести собственные слова. Но это... Is it Scott? Is it Switzerland, right? Or what? Scotland. А, Scotland — это... Господи, Ирландия. Исландия, Ирландия. I don't blame that. Шотландия. Вот он ржет с меня. Говорю, Ирландия. Шотландия, Скотланд. Ну, короче, это те... They wear skirts, right? In dancing. Yes. Yeah. Вот эти мужики, которые носят юбку, там без трусов, и там еще висит медальон на юбке в интересном месте. Такой медальон большой такой, ну такой. Ну, какой-то эта тарелка больше, чем эта тарелка. Ну, знаете, девочки, так это. Я говорю, а что ж ты не можешь перевести? То есть, английский такой тупорылый, что не поймешь, как произносить. Но оказалось, это вот шотландское слово. И это обозначает остров, там есть с таким названием. Islay, right? Correct? Islay? Islay. Islay. Господи, Islay, мама моя. Алей, алей. Вот, и он сразу не перевел. Посмотрел в переводчик, посмотрел в Google, тогда понял, что это такое. А там же все с Англии. Наш официант. Наш официант. Наш официант спел песенку, убежал. Я поняла, что он бегает. Слышите, он этот... Он за ним этот, воркаут за ним, воркаут это. Вот еще дурацкие это. Ворк работать, а вот это вне. Ну, то есть, да, так воркаут вместе — это в джим-клабе заниматься. Вот это. Ну, в общем, короче, тренировать себя, как у нас сказать. Видим в этом. Как у нас называются эти залы, где... На снарядах занимаются. Джим Клаб здесь. Ну, так это самое. Так он.
Так он в этом джим-клабе. Я смотрю, что он накачанный такой. Ну и поэтому он бегает, как дурак. Он перестанет, но бегает, приседают, встают, опять бегает. Ну, в общем, он еще добавляет себе занятия в ресторане. Здесь работает официантом, да? Обычно они ходят. И часто очень старые. В этом ресторане молодые. Я смотрю, девочки молодые. Девочки молодые, он молод. Так вот это, цедра лимона, сверху отрезанная. Сверху отрезанная цедра. Так, что это там такое? Это beef, right? Yes. Мама. Говяжье ребро. Это ribs. Beef, right? Говяжье ребро. А здесь у меня sausage. Pina bread, honey. Соус и салат. Большой салат. Мы его сейчас все это поделим пополам. Ой, колбасу. Первый раз вижу. Это потому что английский этот самый паб. Wait, honey, maybe spicy. Соли, главное. Да подожди, может соленая. Подожди, honey, here they have feta cheese. Ой, у тебя вот это, боже мой. Stop to do that. Ground beef. Dig. Okay. That you have. It's your fault. Пюре картошка там, грейви. Ой, боже мой. We have knife, baby. Грейви. Так, давай сюда. Вот, мне первый. Так, и тебе потом. После третьего раза тебе. Nice. Мы же хотим поделить и тут же и видео снять. Так, это морковка отваренная или не отваренная, а... Это. This one, yes, yours. Yours, baby, no yours. Okay, give me. Я говорю, твоя. Потом говорю, да, давай мне. Listen. And this one. Боже мой. Honey, stop. Ну, выглядит красиво, конечно. Выглядит хорошо. Хорошо выглядит. Ой, красиво. Вот. Все. Вот это кусочки этого свеклы. Слушайте, это не американская еда, это правда, что там, наверное, в Англии едят. Поджаренная в духовке свекла наша красная. Но вот это вообще не американская. Люди, и там была свекла, и здесь. Можете себе представить, морковка, да, вареная. Ну, вообще. Совсем не наша вражеская. Вот даже не американская, а бритишевая. Ой. Ой. Это было говяжье ребро. Говяжье ребро назывался этот соус этот коричневый, не знаю из чего, вкусный. И блюдо похоже на русское немножко, вот. Что-то мне это не американское. Первый раз вижу, во-первых, говяжьи ребра в Америке. Это приготовленные. В магазине есть, как бы, говорит. Ну, вкусно. Ну, что-то такое необычное. Вареная эта морковка. Не вареная, запеченная в духовке. Может, отваренная сначала. И еще это свекла. Может, отваренная, потом запеченная. Она такая тверденькая. Прямо интересное блюдо. Немножко тугая говядина, да. Ой. Так. No, don't order. Ханька говорит, давай я тебе, говорит, еще закажу. Не, я уже пьяная, что, с ума сошел? Так, девочки, пьяная помятая, пионер вожатая. Значит, мы сейчас вот так вот, пионер вожатые.
показываю, что в салате, пока я не соус не добавила, огурцы. Ой, вот это я этот забыла, как это по-русски. How do you call this honey? Вот this one. This one. How do you call this in English? This one. Taste. Taste. It looks like hominy, but... No, taste. I think it's chickpeas. No. I forgot some. Like beans, but... Так, помидор. Лук всегда синий у них в салаты идет. Это фета чиз. Соленый сыр, листья салата китайские, помидорчики. Что еще там раскопали на эту сосыч? Можно было заказать с курицей, но поскольку сосыч... Ой, этот, колбаса сосыч. Сосыч у них никогда не подается в Америке. Это английское блюдо. Honey, I like English. Я была в Англии, так слышите, ну что там поймешь за 3 дня? Я не помню даже, где мы ели, но... Ну, что-то я не помню такого, чтобы я удивилась какой-то говядине. Что, two? I put two balls, right? No. Mm-hmm. Ну вот. Значит, не, ничего. Ну, я полила на мою колбасу. Вот. Слышите, даже с колбасой в Америке нету этого. Это редко в ресторане вы найдете с сосычем блюдо. Вообще продаются итальянские эти колбаски, которые жарят они сами на улице. А так в ресторане их не видит. И богу не видела в ресторане колбасок. Может, какой-то фастфуд продает. Вот. Угу. Ой, мама. Складывают инвалидную коляску. Пришел сюда дядя с инвалидной мамой. Очень старая мама. На инвалидной коляске с кислородным баллоном. И такие ходят у нас в ресторан. Но что делать? Ей хочется ж побыть в обществе тоже. Да, девочки. Ой, господи. Так, значит, хазбан с этого заказал, что-то сказал, у вас есть такой-то мартини? Она говорит, конечно. What kind of martini this? Say. Вот мартини. Экспрессо мартини. А что оно такое на кофе с молоком похоже? This like coffee with milk, with cream. No? Yes, it has Italian, Irish cream. Irish cream, сказал там это. То есть, опять же, вот этот шотландский крем там, мамочка моя родная, с кремом. Я вообще не люблю молочные эти дела с алкоголем. Ой, я икать начала. От голода, наверное. Так. Слушайте, Харбант отдал мне свою колбасу, вот она. Доедаю. Значит, не свою колбасу, а половину своей колбасы. Очень вкусная колбаса вот эта. Ну, как итальянские колбаски жареные, знаете. Но вкусно, а? Но они ж колбасу не жрут. Ну, то есть хороший фарш. В кишку, я извиняюсь за мой французский. В кишку засунутый. Они ж не едят американские колбасы, это вот это в этом папе. Слушайте, английский паб, прямо я не могу. Теперь в следующий раз я буду искать английский паб, и я там найду русскую еду. Ну. И он говорит, на, ты, говорит, любишь колбасу, они ж колбасу не жрут. Ну, почти не едят американцы вообще. Это у них не еда, ну. Они ж не привыкли, они ж не ездили в Москву за колбасой. Когда электрички пахли колбасой. Вы хоть помните это время, девочки? Молодежь сейчас и не поймет, о чем мы с вами говорим. Например, что такое электричка, когда ты стоишь, держишься этот поручень. А колбаса между ногами в этом, в сумке. Пакетом не было тогда пластиковой сумки. Сумки. Иногда авоська, из которой колбаса вылазит наружу и выглядит очень сексуально. Я имею в виду не ты, а колбаса. Ну, держишь ногами, держишься вверху за поручень. Едешь в электричке из Москвы, значит, за колбасой съездил, да?
Это в лучшем случае, если ты живешь рядом. Ну, рядом это 4 часа от Москвы, да, это рядом. А районы же другие еще есть, да, то есть там 12 часов от Москвы, 20 часов от Москвы, тоже ездили за колбасой. Кладешь ее вниз, а не вверх, потому что вверху теплее, там никогда не было ни кондиционеров, ничего, вагоном. Ну, печка была, правда, проводник топил углем, углем топили, углем проводник топил, сейчас не знаю. Я кушаю, извините, ну. И везешь колбасу. Покупали, конечно, не вареную, не довезешь. Она была натуральная и пропадала. Сейчас она не натуральная, так довезете. И 48 часов можно в жарком поезде довезти. Там специальные ингредиенты для вас туда засунули. Тогда ничего никуда не совали. Вернее, совали, но нужное в нужное. Вот. И по суши колбасу и привозишь домой. Делишь по пакетам. Молодые не знают, о чем я говорю. Ну, вы не представляете, какая... Ну, я кушаю. Honey, this on sweet. Он такой сладкий, такой на кофе похожий. Я поняла, он говорит, у нас дома такой есть. Есть у нас бутылки дома такой. Как сладкое какао с молоком, только с алкоголем. Ну, посмотрите, наш официант присел опять. У него сидячая работа. Сидячая на полу работа. Ну. Вот.